отель. Это отель между севером, между северной частью Нячанга и центром. Недалеко как раз отель Титси, премиум Мишель, в котором мы 2 дня жили. На ресепшене в Олимпик отель. Вот такой вот водопадик. Кстати, Олимпик находится на 3-й береговой. Ой, он с рыбками. На 3-й линии находится отель, поэтому будем ходить до моря. Одна на весь отель комната с балконом. Круто. Так во всем отеле нету балконов, в 1 комната. Зашли в ресторан отеля Олимпик. Слушайте, он крошечный. Если нет другой зоны, то все. Собственно говоря, 3 стола. Давайте глянем бассейн. Почему он такой маленький-то? Так, в стандарте в отеле Олимпик нету окна. Все стандарты без окна. Вот важный момент. Ну, бассейн большой, видно город, и вдалеке-вдалеке видно море. Непонятно просто с рестораном, если это вся зона, там еще какие-то закрытые двери, но если вот это, они еще дополнительная зона, тогда нормально. Если нету 3 стола, это, конечно, ужас. Ребят, в категории стандарт, к сожалению, нету свободных номеров, но вот это номер. То есть вот это вид из номера, проход. Это в отеле у нас Олимпик. Будьте аккуратны с бронированием такой категории номера. В отеле Олимпик стандарт с окном. Девочки, знаете, где есть халаты? Ну-ка. Шелк. Значит, смотрите. Так, номер хороший. Очень большой, он с окном. Есть номера без окна. Но здесь же куча ступенек. Везде. В коридоре ступеньки, в номере ступеньки. То есть нужно к ним очень привыкнуть. Везде ступенька. Да. Ого. Ого-го. Для такого отеля такая ванная. Но 3-я линия, конечно, расположена. Ребят, я все-таки уточнила по ресторану. То есть там закрытая часть, это тоже была ресторан. Но то как-то я уже испугалась. Да, то есть там можно тоже кушать. Что думаю по отелю? Ну, наверное, такой бюджетный будет вариант. Не знаю, что он по цене. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Расположен, конечно, достойно. Здесь лавки торговые, в принципе, есть. Но вот они, в принципе, все, вот мы выходим, они в пешей доступности. Но до моря далеко. Собственного пляжа у нас нету. То есть нужно на чем-то своем лежать. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.